Давайте начнем с кастинга, да? Для меня было иногда, вот, для меня это было немножко, может быть, иногда и грустно, что вот, ну, я хотел больше увидеть участников, там, может быть, даже по качеству побольше ребят, которые действительно вот выносят настоящую хореографию наверх. В чем разница между участниками двух сезонов? В первом сезоне я, так как судил не с самого начала, мне, может быть, с одной стороны, было легче, а с другой стороны, сложнее. Но ближе к финалу я уже примерно понял, кто что из себя представляет и что они могут. Разница в том, что здесь у нас совершенно немножко другой формат. Здесь мы очень просим ребят, участников, делать настоящее танцевальное шоу. Там мы больше делали упор на именно на хореографию, на танцевальные движения, на совокупность всех этих факторов. В первом сезоне, да. Но здесь вот есть явное отличие. Ребята стали делать настоящее шоу. Дэнс-шоу дегенде бар шоу көрсетиш керек. Фақат рақс көрсетсеңіз бұл қызық емес. Чүнки мәселен чет елде фақат рақс көрсетілмейді. Бұдан ерақта қалып кетішкен, за кадрдан кетеді, немедір адамлар тарф береді, неме болған, қанақ болған, эмоция болуы керек. Рақс шоу болғаннан кейін эмоция бар, оны бекітіш керек емес. In this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. To lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's you wouldn't believe how we wow. Burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east, south. Everybody, everybody, let's get into it. Get stomping, get started, get started, get started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Шунақа болды Холиды мен шок дэнске, ёки хамма командалыге өз ихтиросын білдірді өтті. Менге бұл нәрселе оқымайып тұрды. Нас достало, что ребята меняют
свои составы, они не уменьшают количество, а наоборот его увеличивают. Это нечестно. Чудомало, охрагиапрыда. Эмоции бор, буджуде яхше. Если есть эмоции, это хорошо. То есть, раз это шоу, не нужно скрывать. Что происходит, почему происходит, у них есть волнение, публика должна их чувствовать, они должны друг друга поддерживать. Я считаю, это круто, это классно, я считаю, что такого еще не было. Почему у нас меняется судья, который находится в центре? Во-первых, есть момент непредвзятости, да? Чтобы человек, помимо нас, который находится постоянно в эфире, который постоянно видит эти команды, общается за кадром с ними, не знал то, что было до этого. Он будет судить именно то, что происходит в этом выпуске. И не зря он выбирает лучший номер вот в этом, вот данном конкретной ситуации. Шахсан ман куткен арсам олдым. Ман бугунги шоудан розуман. Ман маза кылдым. Сегодня для меня порадовали все. Келганымге ман ачынмадым, тоғрысы. Ман шу ерде өткізген бір саатмы вақтымда ман хурсан болдым. Манге яқуатты, хар хыл хакемлеке ватты, мехман боп, күлдіріш ватты. Кен шоу боатты, харкатты, хакемле, кеген хакемле сахнеге чықуатты. Хатта ки ман Аброр Бақтияровичи, усыздан маза кып күлді. Хамасы зор болады, ман сілеге ең балан балы қоямам, болды. Рахмат, рахмат. Что такое? Эй, ребят! Махаман ислаб қолдым, лекин манимча көпроқ ман эшитдим кўчадан, Самандар экан ислаб қолишди. Манимча габар-жубарга чиқиб ўйнаганлари, ўзларини самимий тутганлари, ўзлари ҳам рақсга қачон қатнашганлари ҳаммага ёқди ва ҳеч ким кутмаганди ўз Самандар экан келишини. Габар-жуба, қалай аддихайнон ебалей, маначинаем эту песню, қанны болмаста кей. Давай-давай, крути пластинку, матанцуем под лезгинку, а тележка пароход. Внимание, задний ход, мана-мана, хулигана, Адриана, Челентана, пулем борин за кармана, дискотека Борамана. Она, габар-джу, эйя, она, габар-джу, эйя, она, габар-джу, эйя, она, габар-джу, эйя. Начинаем эту песню, ханы болмаста кей. Давай-давай, кручу пластинку, мы танцуем под лизунку. Артележка, пароход, внимание, задний ход. Мана-мана, хулигана, Андреана, Челентана, пули борин за кармана, дискотека Борамана. Дискотека Атта, не спеши, братан, бурбас. Эта песенка не песня, а собрание лучших фраз. Уля яхши соль азор, а вызывай, че як мале. Ханы интернет, а там ничего и нет, кроме хана хаплатушки. Зато широкие джинсы, кепи майка, кроссовка. Сергей это безумно, безумно прокачанный профессионал. Это видно по нему, когда ты начинаешь с ним общаться. Вот я его лично не знал до момента съемок. Безумный профессионал, человек, разбирающийся во многих аспектах, в аспектах хореографии, мне было безумно интересно с ним пообщаться. Я это хотел сказать вам уже последние 12 лет. Вы же Мэтт. Я Мэтт, да, мой. Вы же были известны как перед псевдонимом Мэтт. Да, знаете, правильно. Я занимался у ваших учеников, вы же как бы основатель хип-хопа нашего ташкентского. Ну, это слишком, наверное, сказано. Это правда, это правда. Я никогда, честно говорю, первый раз я вас вижу, я только слышал до этого. Какой-то опыт я от него тоже получил в плане умения высказать свое мнение о том, что он думает конкретно про данную команду. Вот. По поводу Мэдама, хочется сказать, видно, человек, он
давно в теме, давно занимаюсь хореографией, и я очень не жалею, я даже очень рад, что сделано в жюри. Давай, Мирдан! Давай, двигай под этот бит. Вот сюда, вот центр, микрофон, да. Не дадим. Значит, неплохо, неплохо. Синхронно где-то. Вот единственное, где было синхронно, это в конце, где три человека вот так крутились, по-моему, твиш что ли делали или гелик. И парень молодец в очках, полы протер, полы протер. Я не поняла, вот что вы хотели сказать этим танцем? Вот я не поняла, вот что вы тут исполняли? В общем, старайтесь, ребят, старайтесь, старайтесь. А вообще, вы просто крутые, аплодисменты! Илья, джудыхан ковья пралли, маслан, джудыхан катты колли, борны италли, шнака, 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 гохо бзы, кинал коларды, ман гапрама, Илья гапралли, Фарид гапралли, леген, манамче, яхши тарф бералли, ракслиги, Илья. Вы действительно большие молодцы. Было немного затянуто. Непонятно, почему вы не доработали свой номер. Вот я очень рад, то, что наша команда поддерживает друг друга. Это здорово. Мне действительно вас не хватило. Кемчилиляны это бутылли. Хахи кемчилиляны. Джим Тромилли. Натуройна оттым етелли шынарсаны. Манги шу одатлар жидеокады. Лекен бора-бора уланы хам узгергенларны курдым. Ма охарге айнықсы эфирді. Улы хурсан бу бутырдылы. Джамуалы харкатты узгенеге. Ular zo'r shart berishdi, bir-birlarini ko'rsatish va o'sha yerda jamoalar chiqib bir-birini zo'r ko'rsatib, yaxshi raqs ko'rsatganda Ilya xursand bo'lib o'tirgan. Men Ilyani ko'rib o'zim xursand bo'ldim va aytdim, va nihoyat Ilyaga ham nimadir yoqdi. Don't we look good together? Шок-дэнс-плащ!
мы только поняли, что для МД мы столько старались. Ребят, на самом деле я понимаю ваши эмоции, но благодаря МД мы все увидели, насколько эмоциональная команда Shock Dance. И это стоит уважения. Вот мне бы было легче спародировать Shock Dance. Понимаете, МД станцевали классно, супер, ребят, вот прям супер. Это было так здорово, я вот с Антоном, мы просто сейчас не могли сидеть на месте, я только сажусь, и опять начинается, что я просто должен был встать. Ребят, это было безумно. Честно, это реальная пародия была, это все началось пародия. С твоего взгляда. Вот как ты вышел, сделай, пожалуйста, я тебя очень прошу, еще раз сделай, как ты сделал. Да, да, да. Это круто. Самое главное, что сейчас эти обе команды стоят здесь, они не обижаются друг на друга, это очень здорово. Это супер, Илья, это и мне здорово, кажется, да. Что больше всего 4 дня они потратили вот на вот прически, это. На прически, да. И один день на танец. Ребят, МД, я вас запомню навсегда. Были споры, когда у нас уходил Диор, мы очень спорили с Фаридом. Что Диор уходит. Знаете, это такой тяжелый момент очень, и, к сожалению, нас сегодня покидает Диор. Диор, а можно, пожалуйста, тебе сейчас на Диор, идемте сюда. Хакемлер Диорбек бізні тарк етады деш япты в... Манда бір фикер бар, да? Манда да... талантлы адам, стедада бар адамны, бу конкурс taqdirini hal qilmaydi bolalar. Hayotini hal qilmaydi bu narsa. Boksyor yutqizishi bilgandan keyin yutishni o'rganadi. Diyor hali yosh. Diyorning hali butun kelajagi oldinda. Bu bolaning ko'zi yonib turishini o'zi chivo stoit. И для меня было сложнее всего еще, наверное, говорить не очень приятные вещи, когда приходилось выгонять команду, потому что мы здесь безумно сдружились все, выгонять людей. Такое было. И с Диором мне было очень больно, наверное, внутри, и с другими командами, которые уходили. Вот это сложно, но так уж вышло, что я должен был это говорить. Diyorbek, beg'ubor bola, mana sahnaga chiqqanda ko'zlari porlab kulib turadilar. Biz ko'p aytganmiz, g'azal ham yodlab turardim, xo'p deganlar. Kitob o'qib turar ekanlar, xoreografiyada o'qir ekanlar, kunutun o'qishdi u bola. Menimcha u yaxshi. Undan o'rnay olsa bo'ladi deb o'ylayman. Почему оставили Shock Dance? Ну, потому что они у нас по баллам прошли дальше. Ребята, как я говорил уже, с безумной энергетикой, безумной харизма. Были моменты провала. Были моменты провала у многих команд. У них было 2 или 3, не помню точно. Но они прошли у нас по баллам. Вот если бы Rockstar не поступил вот так, как вышло у нас в полуфинале, я не знаю, что бы было. Кто из них бы вышел или не прошел, я не знаю. Новый коллектив нашей республики, но уже завоевал You know you want me.
comes the man. Hot damn, the b-boy stand, clothing up a hand. Jingle the tracks with my man, Michael Jackson. Smooth criminal, half a man is back, so relax. Jingle, bingo, jingle in the jungle. Bum rush to door, three and fours in a bundle. Exit the band, put the poodle like a fan. Got with Janet, then with Guy, now with Michael, cause that ain't hard to do. Я бы дал шанс той команде, которая от нас ушла очень неприятно и очень неожиданно. Я бы дал шанс команде Rockstar. Для меня это было вот прям реально такое настоящее откровение, когда они с каждым эфиром росли, 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 росли. И не случайно они вот за весь сезон они получили вот лучший номер, они выиграли в одном из выпусков. Для меня это было очень неприятно, когда они ушли, когда сказали такие вещи, и потом даже не выслушали, вот, что у нас произошло. Я бы дал этой команде второй шанс. Диар? Сейчас, мам! Dubstep dance exists so that my soul is skewered. House dance. Crop dance. Deceptive. Не забыл. Завышенные ожидания, наверное, я ждал больше, если вы помните, таких ребят Ahan Boys. Когда они были очень шикарны на кастинге, когда они поодиночке работали замечательно, они импровизировали, было видно. Но в какой-то момент, наверное, в первом, скорее всего, во втором уже туре, уже я понял то, что что-то не то. Что ребята, возможно, поняли, что им это, может быть, и не нужно, а может быть, они просто сгорели все. Но я не видел работы над собой, в отличие от многих других команд, потому что они делали очень
слабые вещи, очень неподготовленные, очень стандартно ожидаемые. Когда все выходили, был такой момент, если вы помните, они вышли и показали ну, полнейшую импровизацию, которая была, в принципе, даже не подготовлена. Это было ужасно. Сейчас я как будто попал на свадьбу. В первом туре мы вам дали шанс. Может, ребята объяснят? Нет, они интересно. Двигаются неплохо. Ну, это ну, флешмоб движения. Просто. Ничего креатива никакого там нету. Праздник не удался, да? Ну да. Это должно быть так, чтобы мы даже не обсуждали, не понимали вот такую тему, что вот Фарид останавливает номер, потому что дальше там продолжения никакого нет. Вот. Я сейчас немножко в смятении, потому что я этого не ожидал. Вообще не ожидал. В прошлый раз я надеялся, что вот вас подстегнет это, да? То, что вас оставили, что вы должны были там. Я больше никому шансов не буду давать. Вот, ребят, извините, но вот так вот. Если описывать в трех предложениях каждую команду финалистов, давайте начнем вот так вот с наших двух дуэтов. Shock Dance — это безумная харизма и энергетика, которую вы плескиваете иногда в какое-то безумное желание показать себя и сделать больше, чем, например, возможно. Это читается у них, но у них есть потрясающая энергетика, которая передается, наверное, просто... МД — ребята стабильности, которые постоянно растут с каждым выпуском и делают выводы из тех ошибок, про которые мы им говорим. МД — харакетчан, мехнаткяш, ойлам. Полезут, понимаете? То есть это здорово. Stars, aktyorlik mahorati yuqori darajada. Hamma chiroyli. Raqsga tushadi. Va uchinchisi yaxshi bo'ldi. Yaxshi. Компот — команда с безумным количеством амбиций, с уверенностью в себе, с настоящим капитаном, который завсегда за всех все отвечает и не боится бросать вызов как бы людям. Если им что-то не нравится, они об этом говорят. Ребята с огромной тоже харизмой, с уверенностью в себе, и они эту уверенность показывают на сцене. Компот Койл, Койл бренче, бренч тарап, Рушха, хамда ойлаган нарсасини итомид тромидиган джамо. Evidence — это команда, действительно, шоу. Шоу, которое выплескивается в постоянно смена безумно красивых костюмов, музыкальное оформление, каких-то новых идей, которые, в принципе, ты как бы и ждешь, но, с другой стороны, они вот выходят именно в этом номере. Получилось больше, чем три предложения, но вот я вот так характеризую наших финалистов.
Judayam kuchli jamoalar qatnashyapti. Oldingiga nisbatan. Shuning uchun ham finalda 5 ta jamoa. Chunki tanlash juda qiyin bo'ldi. Haqiqatda hamma jamoalar juda kuchli harakat qilishdi va qanchalik yana harakat qilgani biz finalda albatta ko'ramiz. Дорогие зрители, танцоры, любители танца, приходите все в среду 24 октября на финал проекта Dance Show на телеканал Zor TV. В 6 часов вечера будет обалденный финал. Будут лучшие команды Узбекистана. Будет потрясающее шоу. Будем вас ждать. Спасибо.